Всем привет! Меня зовут Гущенко Кирилл, разработчик спиннингов Nordstream. И вторая часть моего осеннего вояжа 2021 года – это река Кама. Я приехал к Маркухину Олегу. Всем привет! База КЗН Фишер. Меня Олег позвал по двум причинам. Значит, во-первых, осень – это традиционное время здесь ловить судака. Ну, бывает крупный, бывает не очень, тут уже как пойдет, но судак есть, и он что? Клюет. Ест. Ест. Вот. Сейчас мы попробуем это дело поймать. По погоде у нас, в отличие от Самары, где я был буквально вчера, здесь уже переменная облачность, ветерок, то есть как бы то солнышко, то тучки. Но, в принципе, погода более... Да, нормально, пока нормально, можно сказать, да. Почти штиль. И почти штиль, хотя ветерочек чувствуется. Чуть-чуть есть ветерок, но так. Так, Олег, что, давай коротко. Где будем ловить вот прям конкретно сейчас? Условия? Ну, это глубина однозначно, русло. Находим бель. И как бы от бели отталкиваемся, смотрим крупные символы судака и пытаемся его поймать. Я уверен, все получится. Ну, он такой, конечно, уверен, он дешевле. Ладно, все, смотрите, а мы вперед с песней ловить. Опять недомер килограммовый. Это берж, скорее всего, грамм на 100. Да, 50. 150? Да. Кто больше? Кто больше, по-любому. Да, и стоит. Приехали, мальков ловить. Ну вот. Вот и ездит к друзьям на рыбалке. Вот не надо на глубине ловить, видите? Он увидел Гущина, сразу в шоке. Кирилл, говорит, приехал. Смотри, какой ты рад. Скорость маленькая. Уже больше, да? А помнишь, что облажил? Облажил. Обложил, обложил. Ну, секрет сказал. Секрет рассказал, все. Маркухин открыл секрет, как ловить хорошего, нормального судака. С одной и той же точки, где мелочь. Да. Большой? Ну, ладно. Вокруг нас стоит народ, и практически не ловит никто. У нас прям подряд бах-бах-бах-бах. Этот секрет нам расскажет сам, почему вот так вот происходит. Я уж не буду его сдавать. А люди все, приходят, постоят, не ловят и уходят. Приходят другие. Приходят другие. Вот сейчас следующие идут. А это же место, где те ушли, вон подходят другие. Потому что это как раз и кидатели будут туда же аккурат, куда и мы.
смотри, вот сколько здесь такое время продлится на камеру с таким судаком? Пока лед не встанет. Пока лед не встанет? То есть вот до ледостава приезжай, дери, бери сколько хочешь, да? Причем это мы там, белые, пушистые, мы отпускаем, народ-то берет. Слушай, но сейчас же очень низкий уровень воды. Так. И в этот год, как бы, те, кто не умел, ну, находить места и прочее, вот они едут, где большое скопление лодок, ну, и встают там, под заброс встают, то есть, ну, нарушая все правила рыболовства, да, не говоря уж о той же рыбе. И встают, рыбачат и чувствуют себя рыболовами, экспертами, а-а-а, понимаешь? А что у тебя вообще, пока, смотри, уровень воды, ты говоришь, минус 3 метра от нормы? Да. Такого не было с 2010 года, но в 2010 году еще ниже был, но говорят, что еще спустят. Еще спустят. Да, то есть, понимаешь, вся рыба из камышей ушла. Ну, естественно, они просто на земле. Да, и сейчас, то есть, а у нас же основное это русло, и все сейчас в русле. С любую бровку бери, принеси вот те рыбы, понимаешь, лишние. Ну, скажи, смотри, сейчас течения нет. То есть сегодня прям ужас-ужас, потому что, как это не смешно, у меня 36 грамм сейчас. Это легкий перегруз на глубине 18 метров на каме. То есть это вообще нонсенс. А вот когда нормально воду дают, сколько вот на такой глубине ты ставишь вес? Ну, и 42, и 50, то есть в зависимости от... От течения, силы, да? Силы течения, конечно. А от тактика ловли? Ловишь все-таки вниз на снос или прям чисто вниз? Вниз на снос, да. Именно, то есть кидаешь под углом, ну, и да, проводишь и на снос. Да. Ну, то есть не апстрим, не что, как обычный классик. Маленький секрет. В руках просто очередной предсерийник экспириенса нового. И как раз тестом до 80 грамм. То есть это специально, на самом деле, приехал коллегу, в том числе на каму, половить именно этим предсерийником. Потому что большие глубины, тяжелые веса, судачья ловля. Что проверяю? Как он чувствует, ну это понятно. Как он пробивает, это очень важно на такой рыбалке. И как он вяжет рыбу. Вот. Слушай, ну даже на такой глубине ты кидал там 24. 24, и, да. И отлично все чувствовалось. Но это его низ. Ну да. Фактически по свинцу это его низ. Там приманка это другие песни. Но надо учитывать, что у тебя плюс силикон еще там был. Ну я обычно тесты ставлю как. Мы берем, собственно говоря, вес приманки плюс условно 3 дюйма. То есть не тяжелый. Здесь-то он сейчас ловим 5,8 с весом там 19,2 грамма. На резиночку, вот. А, но я тебе открою страшную тайну. Если мы поставим маленькую резинку, чувствительность будет такая же. Просто потому, что маленькая резинка, у нее намного меньше лобовое сопротивление. Нет, я ему именно к тесту. Почему как бы я вот сейчас не сильно напрягаюсь, что стоит 5,8? Да, она тяжелее, но она шире, она объемнее. И, соответственно, вот чувствительность именно на низах у нее будет примерно такая же, как у 20 там. 4 грамм, но с маленькой, необъемной, неупористой резиной. Потому что многие спрашивают, там, а как это, что будет, если есть возможность попробовать, неважно, какой размер приманки. Если это как бы, ну, более-менее такие стандартные варианты приманок. Важно именно вес лавы. Кама, это трофейная рыба. Кама трофейная рыба, да, здесь. Ну, если вы видели наш фильм в начале сезона, как мы здесь с Олегом. Лета, с тобой снимали. С Олегом, да. Очень красиво половили. А где такие же судаки? Скажи мне. Один-то есть, я видел, а остальные-то где? Ну, они попозже придут. А, сейчас придут, да. Все, ждем. Нет, на самом деле... Они посмотрели сначала на меня удивленными глазами, такие большие. А, вот так вот, да? Ну, я тебе показывал с утра. Да. Я чем не люблю джиголовки, они очень быстро убивают резину. Я делаю финт ушами, естественно, если вот у меня рвется она в начале, куда, где это расширительное кольцо, вот это вот там такой крючочек, я просто потом запаиваю и ставлю двойник. Потому что резина не дешевая, как бы разбрасывается и, ну, неправильно. Тем более здесь на каме вот эта резина одна из самых таких рабочих. По крайней мере, кто-то постоянно просит ему ее привезти. Да, это я прошу. Без нее никуда.
кольца нет. Какого кольца? Причем развернутого. Какого кольца? Под приманку. Надо, чтобы палка чем-то была плоха. Вот мне всегда говорят, Гусин, у тебя хорошая палка какая-нибудь, но не важно. Но нет колечка под приманку, все, не зачет. Как и в Самаре, все начинается с поклевки. Но правда, вот это вот уже покусано сильно, поэтому мы не увидим, наверное. Старые это зубы, не старые зубы. Здесь уже. Или провожала. 9 метров глубины, соответственно, груз 20 грамм. И жмура зункер. Вот. На него ловлю. Вот в Самаре на него поймал. Сейчас здесь. Тоже поклевочка была. Кстати, самое интересное, что в Самаре клевал вот у меня тут на них. Мышь не работает. Ну, как бы в Самаре я ловил мультом. Сейчас тестирую мясорубку. И вот дотестировался. Тебе помогает? Да ну, это маленький. Она вначале уперлась. А потом не уперлась. Показала свою истинную щучью морду. Блин, кило 2,5. Сглотил. Ну вот у меня походу такая же клевая. Так я на нее же и в Самаре поймал, на эту же. Мне этот цвет нравится, потому что прям. Копи, копи ее. Кирилл, а? Я тебе вчера обещал подарить бульдога. Буль. Я хочу вручить, тем более ты сказал, что именно такой цвет я очень. Ой, нравится. Спасибо, да, черно-белый. В принципе, есть один нюанс. Вот у меня сейчас в руках мясная палка, а не мультовая. Мульт, конечно, на крупную приманку удобнее, но если у кого-то есть какие-то там нелюбовь, скажем так, к мультам, ловить можно и мясом. Но, пункт первый, обязательно крупная надежная катушка. Условно говоря, 4000 твинок не потянет, а вот пятерочка морская уже потянет. И дешевые катушки смысла брать мало. Убьются, очень быстро умрут. Поэтому проще взять дешевенький мультик, потому что здесь особо требований нету, чем дешевую мясорубку. Твич, и в этот момент такая пустота. Посмотрите, какая! Посмотри! У меня просто других слов нет. 160-й мотор. И судак весом меньше килограмма. Как это? Буль! Такой ловли еще очень важна постановка.
То есть надо вставать на правильную дистанцию к рыбе, чтобы основная зона поклевок была примерно, ну не под лодкой, под самой, невозможно там в глубине, а метров 15-20, то есть когда шнур почти вертикально в воду заходит. Получается достаточно большой временной промежуток между подъемом приманки, это одна, и касанием. И вот в этот момент следуют самые интересные, самые злые и самые хорошие поклевки. Одна бигбетная рыба, и то не дощук на 3 килограмма. Вот. Такую же он Олег Наджик поймал здесь же. Ну, закрыл пасть. Хочет кушать. Хочет. Вот смотри, в Самаре закрыл пасть. Так-то нас сопровождает приманка, видно. И здесь то, что, да, причем выхода прям было несколько выходов, а рыбы за приманкой не берешь. Ну и ладно. Смотри, судака наловили. Да. Ну, сачок побаловались. Вот. Мелкой щуки на воблер, ну, сколько хочешь. В общем-то, да. Вот. Мы уже просто оттуда сбежали, потому что, ну, сколько можно вот эту вот мелочь там килошную уйдет. Вот. Я считаю, что вот за полтора дня рыбалки, чуть-чуть вчера и вот как сегодня, и то это несколько часов, здесь рыба клюет с 9, условно говоря, и до 3. Ну, это осень сейчас. Осень, конечно, осень. Рыбалка для ленивых. Я считаю, нормально получилось. Отлично вообще. Вот. Поехали на базу. Собираться, баньки. Завтра я буду уже на любимой Чебоксарке. Все, всем пока. Пока. Увидимся. Ну да, для самых внимательных и смотрящих до конца. Секрет Олега. Почему мы судака ловили, а многих лодок вокруг нас практически нет? Ну, скорость провод. Все. Все просто.